Домовой вон сидит на окне, на кухне, ножками болтает. А он похож на такого маленького человечка, пропорциональный. Ну, голова чуть побольше для пропорции тела. Он не старый, вы такой озорной. Можете ли вы с ним пообщаться? Идет ли он с вами на контакт? Да. Возможно, он вам сейчас скажет, как его зовут или как вы можете к нему обращаться, как его называть. Он говорит, что Коля. Угу. Давайте мы у него узнаем, как он вообще появился, как и когда он появился в вашей квартире. Это тот домовой, которого мы привезли. То есть он с вами и раньше жил? Да. И потом переехал вместе с вами? Да. Мы его целенаправленно забрали. Он остался, он не пошел с прежними хозяевами. Он очень молодой, вот этот домовой. Он не захотел жить с прежними хозяевами, ну, жить с прежними хозяевами. У них было двое детей, но ему не нравилось почему-то. И он остался в квартире. А мы в ту квартиру перевезли домового из прежней квартиры. А он остался там. Он не захотел никуда уезжать. И этот поехал с нами, а тот остался там. Но у нас в квартире, он говорит, там еще один живет. Он нелюдимый. И теперь я понимаю, почему мы 3 года уже ремонт не можем сделать в маленькой комнате. У нас там стоят коробки. Мы их периодически перебираем, но снова складываем опять в эту стопку, в коробок, достав то, что нужно. А вот под коробками он и прячется. Он очень, ему очень не нравится все, что происходит, потому что по какой-то причине либо его не забрали прежние хозяева, либо он на них обиделся, сам не поехал. Но вот он какой-то такой весь обиженный, живет под коробками. У нас 2 кошки было, когда мы переехали. Они сейчас одной 10. 11, другой почти 10, он мне внушил, что нам надо срочно, срочно, срочно еще кошку. И мы год назад, именно в декабре, взяли котенка. Это кошка, и она очень активная. Ему очень нравится с ней играть, а еще ему очень нравится ее пугать. Вот это вот вся ситуация. Какую создает обстановку в вашей квартире? Вот она немножечко напряженная, потому что, ну, он хозяин, он и чувствует себя как хозяин. Правда, он не сильно домовитый, вот как-то не сильно домовитый. Вот захочет, что не делает, а не захочет, ничего не делает. А вот тот более взрослый домовой, его прям жаль, но я не знаю, что с ним делать. Давайте попробуем, возможно, сейчас очень аккуратно с ним пообщаться. Возможно, он вступит с вами в контакт и сам подскажет, что может быть решением ситуации. Что это, так сказать, общая территория проживания, ваша квартира и его территория. Мне нравится слишком большая активность вот этого нашего домового. Он ворчит, что вот, приехал, всю площадь занял, мне ничего не оставил, это я здесь был хозяин. Он к квартире привязан, он с самого начала, он не с хозяевами не ушел, а это просто домовой, который здесь поселился с самого начала постройки дома, а это начало прошлого века. Я здесь жил, жил, и этот приперся. Но почему-то он один жил все время, у него никого не было. Вы знаете, он сейчас мне рассказывает историю. У него была жена, она погибла в войну. Он в войну спас того, кто жил в этой квартире. Здесь клады были. Он показывал, где клад. Этот человек шел, продавал. Там драгоценности какие-то были спрятаны в 2 местах. В полу. Он шел, продавал и покупал себе еду. Какой-то был взрослый мужчина. Ну, по какой-то причине он не на войну, не воевал. Я не понимаю, чего жена вот этого домового погибла. Как-то вот раз ее не стало. Как будто как она защитила весь дом от чего-то. Я поняла. Здесь недалеко, вот прям в 100 метрах,
разбомбила дом. И эта бомба должна была прилететь в этот дом. Она больно очень. Ему больно. Угу. У женщин домовых есть свойство оберегать. Именно они оберегают. А сами домовые порядок держат. А женщины домовые, они создают поле вокруг. И она сильно-сильно расширилась. И все. И он с тех пор замкнулся. Он поддерживает порядок. И больше ничего. А этот молодой домовой учиться не хочет ничему.